21 июня 2003 года для выпускников школа знаменовалась тем, что им не дали провести выпускные балы. И дело было не в запрете, а в традиции вручения медалей за успехи в учебе. Сдав единые госэкзамены, школьники не смогли получить свои результаты. Наша съемочная группа тогда разобралась в причинах. По вине Центра аттестации при Министерстве образования Российской Федерации произошла небольшая задержка с результатами по математике. Но тут, наверное, есть причина, что все-таки объем работ по России очень большой. Но в итоге все же никто не ушел без аттестата и школьного балла. Предлагаем перенестись более чем на полтора десятилетия назад и еще раз попрощаться со школой вместе с юными все годы выпускниками. Прости, прощай, родная школа средняя. Прости, прощай, 11-й класс. Помнить будем об этом всю жизнь. А в 2011 году, 21 июня, съемочная группа 10 канала побывала в селе Дубенки в доме-музее Ивана Мучкаева. Частный музей, созданный силами Александра Рускина, стал местом хранения вещей старинных, а некоторые из них еще и были очень странные, как, например, окаменевшая кость, которую обнаружили в реке. Глаза есть, ноздри есть. Ну, это какое-то животное было, я думаю. У нас бегемот, не бегемот. Саша, это динозавр, что ли? Как ты думаешь? Наверное, динозавр. 21 июня 2012 года поклонники творчества Виктора Цоя вспоминали и пели песни своего кумира. Ему в этот день могло бы исполниться 50 лет. Тех, кто 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. В 2013 году в этот день моя коллега Юлия Парунова поехала в гости к псу Гудзону. Поздравила его с Днем кинологической службы России и увидела, что он может не только находить наркотики, но и развлекаться. Смертельный номер. Суслик. Очень добрый, исполнительный сотрудник наш. Моя коллега Дина Мустаева в 2016 году побывала в Зубово-Полянском районе Мордовии. Там традиционно праздновали Акшакелу. Среди всеобщего веселья и во время наблюдения за борьбой на поясах она смогла познакомиться с непобедимым бойцом, которого все его соперники называли «Медведь». 16-кратный был чемпион непобедимым. Не было нет равных, я просто играючи со всеми боролся. Со мной боролись, приезжали и штангисты с Барнаула, с Омска. Старались свалить меня. Ну, «Медведь есть медведь». Я был просто озорвал с ними. Столько у меня силы было, медвежьего силы, я их не чувствовал. А вот Павел Степаненко 2 года назад общался с маленьким летуном с детской горки. Я упал, я с ним упал. А мне тетя обклеила. Заклеила ему. Заклеила тетя. Да. Таким нам запомнился этот день, 21 июня, разных лет.